Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о безвизе? Добрый день. О безвизе я думаю то, что в какой-то степени это упрощает. Но и раньше можно было уехать спокойно за границу. Главное, чтобы у людей деньги были. Нужно поднимать экономику. В первую очередь. Ну, все-таки это плюс, да? Это как плюс. Ну, это для тех. Я, в принципе, за любое объединение, но главное, чтобы это объединение было только в лучшую сторону. А как вы думаете, Европа перевоспитает нас, или мы научим Европу не только банкетуваты, но и быковаты? Не думаю, что она воспитает. У нас разный менталитет людей. Мы как-никак славяне, а они чуть-чуть другое. Значит, с нами все ясно, да? Ну, здесь да. Все-таки останется. И безвиз нам не поможет. Да. И Запад не поможет, и Европа не поможет, да? Мы сами должны рассчитывать на свои силы, я так считаю. Спасибо. Доброго. Удачи вам, хорошего дня.